Всем привет! У нас в России стали праздновать праздник семьи и верности. В общем, наша семья присоединяется к поздравлениям. Мы поздравляем все семьи, и большие, и маленькие, с таким праздником. В общем, раз празднуют, значит, нужно праздновать. У нас Василиса хочет стихотворение рассказать. С днем семьи, любви и верности. Поздравляю от души. Мир вам желаем, нежности. Пусть ваш дом в счастье спешит. Пусть ваш дом будет словно чашей, любовью, радостью полна. Улыбайтесь вы почаще. Пусть в душе цветет весна. Угу. Молодцы. Снежок тоже это стихотворение знает, но постеснялась на камеру. А Егор выучил, нет? Я еще одно хотела сказать. Ну, давай еще одно рассказывай. Братья месяцы дружили, летом в гости приходили, приносил с собой брат то, чем был всегда богат. Июнь клубника ароматной, июль малины сладкой-сладкой, август очень был богат, нес яндарный виноград. Угу. В общем, еще раз всех с праздником. Что-то Егорка так в темноте у меня. Еще раз всех с праздником любви, верности. Как праздник еще правильно? Что вам рассказывали, Васюш? Праздник семьи, любви и верности. Угу. Святые Петр и Феврония, да? Угу. Я еще один хочу сказать. Ну, давай еще один. Ну, это я учила в нашем садике, не в седьмом. Ну, давай в вашем садике. Это не на праздник. Ну, хотя... Рассказывай. А то время тянется. На Руси сказ о том, как Феврония с Петром были пару примерной, дружной, любящей и верной. Много бед принесли, но расстаться не смогли. Пролетела та пора, нет Февронии, нет Петра. Но они пример семьи, честной, искренней любви. Угу. Все, молодцы. Ну, говорим всем пока-пока. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал, а мы вам будем показывать очень-очень интересные просмотры. Всем пока-пока. Будем стараться.